Прямая линия с Гутиным. Ни о чем, как прежде, не жалея, больше спорить с этим не берусь. Успокойтесь, господа евреи. Бог мы доказали. Белорус. Зря вы это звали мракобесием. Каждый измывался так, как мог. Но летел над пашней и по лесим белый аист, словно голубок. Из-за атеистов мне неловко. Доля их, поверьте, нелегка. Превращает наш Господь зубровку воду из лесного родника. Спорить с этим просто неприлично. Здесь, в краю лесов, озер и рек, Бог одним лишь драником обычным накормил 5000 человек. Кто не верит, всех в тюрьму и к стенке, чтобы веру чтил, любил, берег. Александр Григорович Лукашенко, президент, единственный пророк.